Он собирает целые стадионы. Поклонники по всему свету коллекционируют его диски. Я собрал все его диски, 15 дисков. Женщины обожают его нежный голос и мужественную харизму. Я люблю очень итальянцев, и люблю особенно мужчин, особенно когда они поют. Это Джиджи Д'Алессио, популярный итальянский певец, и он впервые выступил в Москве. Немножко попрохладнее сегодня, но город просто великолепный, удивительный и очень-очень красивый. Еще хочу сказать, что в Италии мало людей, знакомых с этой московской красотой. И поэтому я приглашаю всех итальянцев, кто сейчас меня смотрит, приехать и увидеть этот потрясающий город. Джиджи Д'Алессио – дворянин, об этом говорит его фамилия. Звучащая в ней приставка «Д» указывает на происхождение благородных кровей. Точно как и у Д'Артаньяна. А рыцари ему нужны тем паче. В Москву рыцарь приехал, конечно же, не один. Его главная любовь с сыном отправились на гастроли вместе с ним. Есть братья и сестры, которые ждут нас дома. А вот маленький Андрей ездит вместе с нами, и дома он не остается. Поселилась звезда итальянской сцены в самом центре столицы. На первый раз Джиджи решил ограничиться 4 днями в России. Я как итальянец очень удивлен вот этой красотой Москвы. И теперь в Италии буду рекламировать ее для туристов, чтобы они приезжали и смотрели на эту красоту. Потому что они многое теряют, не приезжая сюда. Но пройтись по Красной площади удалось лишь в последний день. То парад устроят, то свои дела были. Ну что же, даже добрый полицейский нас пропустил, узнал вас, звезду. Да и я этому очень рад, потому что очень приятно осматривать этот приятный город. Который раз уже вот на Красную площадь приходите? Он не смог, а вот так вот зайти первый раз зашел. За много лет своей карьеры Джиджи успел много с кем посотрудничать и подружиться, начиная от дуэта с Ларой Фабиан. И заканчивая дружбой с Берлускони. Да, я знаю Берлускони очень хорошо, и было бы неплохо познакомиться с Путиным, потому что Путин – человек очень серьезный. И если нация, которую я сейчас здесь вижу, в таком замечательном состоянии, значит, он прекрасно делает свою работу. А хотели бы, чтобы Путин стал президентом Италии? Да-да. А пока Владимир Владимирович встречу не назначил, мы прогулялись под окнами его владений. Того и гляди, заметит. Именно это выбрали. Потому что здесь написано «Россия». Мне очень нравится, очень красивая. С такой шапкой теперь итальянскую звезду точно за своего примут. Хотя с Италией у нас и так много чего общего. У нас на Красной площади очень часто люди приезжают сюда, чтобы здесь отметить свой праздник, свою свадьбу. А в Италии куда принято приезжать обычно? Да-да, конечно. В Неаполе, например, есть много таких площадей, как площадь муниципалитета. Ездим на Капри и другие похожие места. Фотографируемся там с цветами, а потом едем в ресторан. Так что даже в этих вопросах мы одинаковые. У вас есть Красная площадь, а у нас Капри и пьянца Плебишита. Но тут на пути у нашей обзорной экскурсии встал футбольный матч. А что поделать, итальянцы и футбол – вещи неразделимые. А теперь вы спешите на посмотреть футбольный матч? Ну разумеется, сейчас же будет играть команда Неаполя, а я болельщик своей любимой команды. Но и о нашем футболе Джиджи кое-что известно. Динамо Москва. Динамо Москва. И у вас был когда-то вратарь, самый знаменитый в мире, Лев Яшин. Как говорят в Италии, это был не вратарь, а целые ворота. Приятно удивленный радушием России, Джиджи отправляется на гастроли в более теплые страны. Однако, кто знает, может и там ему пригодится новая шапка-ушанка.